Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Вика Комиссарова и Антон Шоки приехали в Краснодар. Ходят слухи, что их выгнали с проекта, но их подписчики все-таки надеются, что ребята просто в отпуске. Петр Шепель пишет, что он счастлив в новых отношениях. Вера Курочка стала полноценной участницей проекта, но девушка надеется совмещать участие в шоу и свою работу редактором журнала «Дом-2». На проекте изменились правила голосования. Теперь с проекта будут уходить двое новеньких ребят, против кого проголосует большинство участников, и двое стареньких, которых выберут из четырех человек, набравших наибольшее количество голосов в приложении ТНТ Клаб. Маша Кахно опубликовала снимок тех времен, когда она болела анорексией из-за проблем с мужем. И до сих пор она страдает от последствий болезни. «Это после расставания с мужем», – пишет Мария. «Здесь вес 35 килограмм. Не повторяйте моих ошибок, любите себя, девочки», – пишет она. «Мужики не стоят таких нервов». Кахно ответила в прямом эфире своим подписчикам на вопросы о внешности. Щеки она надувала два раза. Теперь попробовала сдуть, но не вышло, так что поправить уже ничего нельзя. Губы сдуть она тоже не может, потому что они асимметричные после аварии. Хорошо хоть так сделали. А вот ресницы она пообещала отклеить. Девушка пожаловалась, что она уже устала обороняться, у нее нет мужчины и некому заступиться. Ксения Бородина потеряла около 300 тысяч своих подписчиков. Многие от нее отписались после того, как вместо личных фотографий на протяжении нескольких дней она публиковала только снимки вещей из своей новой коллекции. Бородина не знает меры и превратила свой Инстаграм в магазин. Антона Гусева поймали на лжи. Долгое время зрители были убеждены, что Антон Гусев – коренной москвич. Он сам убеждал окружающих в том, что его родители – уважаемые и состоятельные люди. После того, как один из прохожих нашел потерянные Гусевым документы, стало понятно, что он не москвич, а уроженец Ульяновска. В недавнем эфире показали флирт между Машей Кахно и Владом Кадони. Мария давно к нему неравнодушна. И после того, как она призналась Кадони в чувствах, он выпорол девушку. В сети уже давно гуляет слух о масштабном конкурсе, который организаторы придумали специально для самых крепких проектных пар. И в этом летнем суперконкурсе главным призом станет дом в Подмосковье. Руководство пригласило Пынцарей, Габозовых, Салибековых, а также семьи Стрункиной, Воловичевой, Лёши Самсонова и клана Гибаловых в полном составе. Говорят, даже Глеб Жемчугов уговаривает Олю помириться и принять участие в этом конкурсе. Кристина Дерябина сменила имидж. Она нарастила волосы и перекрасила их в розовый оттенок. Вова Гаути выложил фото своего нового носа. Недавно он сделал себе ринопластику. Вова очень доволен, хотя отек еще до конца не сошел. Элина Камерен подыскивает загородный дом в аренду на лето. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.